Я думаю, что конкурс «Мисс Вселенная» здесь, в Москве, стоит проводить, потому что это красота, это творчество, это, опять же, определенные инвестиции в государство и конкретно в московские власти. Но, опять же, мы должны помнить, что мир состоит из красивых женщин и самые красивые женщины в России. Конкурс нужен для того, чтобы мы понимали, что в жизни есть гармония и красота. Как говорил Чехов, в человеке все должно быть прекрасно, лицо, одежда, и душа, и мысли. А вот у «Мисс Вселенной» все должно быть гармонично.